Как Россия отступала с Херсонщины. Новая сказка для взрослых. Сейчас существует мнение, что в скором времени специальную военную операцию переименуют в контртеррористическую операцию. Кто-то говорит, что это будет даже отечественная война, но я считаю, что и этого недостаточно. Правильно это назвать священная война! Священная война! Существует такое древнерусское междометие. Гойда, братья и сестры, гойда! Бойся, старый мир! Товарищ министр обороны, всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним самое главное – жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск.